Ты чё? Всем просьба помолчать. Так, включай. Включай подсветку. Выбираем оптимальный уровень мерцания. Затем включаем звук. Ставить какую-то фигуру и попробовать поменять цвет. Оставляй такой. Давай попробуем поменять частоты, а потом три разных режима: пилообразный, синусоидный и прямоугольный. Так, отлично. Цвет подобрали. Половину. Когда частоты совпадают, я помню, или когда гармоники совпадают, получается стоячая волна, как будто. Сейчас должна стоять. Ага, 55-55 стоит. И на видео, да? А на видео нет, мерцает. Давай пробовать изменять звуковой сигнал. Сделаю громкость меньше сначала. Как бы резонанс получается туда. Так, отлично. Сейчас половину мерцания сделаем меньше. Тоже должна будет стать. Я уже, в принципе, понял эффект. Да. Сейчас вот стоячая тоже получилась. А чуть меньше, чуть больше она начнет. Давай меняем эти. Сначала прям треугольнички были красивые. Возможно, мощность имеет очень большое значение. Смотри, как четко. Чуть-чуть меньше, давай. Громкость. Вот. Еще чуть-чуть. Больше. Еще. Еще. Еще чуть-чуть. Вот так оставляй. Блин, много залилось. Чуть-чуть назад. Попробую менять частоту. По каждому из режимов от наряда больше, да, есть узор.
Синусоида пошла или что? Угу. Громкость что-то дает. Вот. Вообще классно. Надо подбирать частоту. Громче. Тише. Еще тише. Вот так вставляешь вот такую громкость. Пробую менять частоты очень плавненько. Попробуй изменить свет. А теперь цвет. Другое.